А пока к другим темам дня. Иркутск лишится одной своей достопримечательности, но это только украсит город. Рабочие начали демонтировать стелу с надписью «Кировский район» рядом с Глазковским мостом. На сегодняшний день стела «Кировский район» находится в аварийном состоянии. Вот та часть, на которой нанесены буквы, она отошла от основания. Вот. Есть угроза обрушения данной конструкции на пешеходов. Все работы по демонтажу будут закончены в течение недели. После этого начнутся работы по благоустройству данной территории. Решено, что здесь будет разбит сквер. В ближайшее время на ограждении появится баннер с иллюстрациями, каким станет это место. Проект уже разработан, парк появится благодаря частному муниципальному партнерству. Инвестор найден. Все работы планируется завершить до 1 сентября этого года.